Прямо сейчас в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина проходит премьера 8-й постановки балета «Бахчисарайский фонтан». Последний раз этот спектакль ставился в 1988 году. На этот раз постановщиком стал легендарный артист и балетмейстер Михаил Лавровский. Новая постановка балета Асафьева по поэме Пушкина приурочена к году литературы и ко дню театра. Подготовка к этому событию заняла месяцы упорной работы артистов, балетмейстеров и художников по декорациям и костюмам. Их, кстати, изготовили именно нижегородские мастера под руководством художника-постановщика Евгения Спектрова. У нас около где-то 160-170 костюмов, такое большое количество. И польские костюмы на весь кардебалет, и восточные костюмы, и татарские костюмы. То есть практически три больших разновидности костюмов, которые все шиты в наших мастерских. Причем они с росписью, с аппликацией, с парчой. Поэма, по которой был написан этот балет, рассказывает таинственную историю любви Крым-Гирея. Восточный хан украл болячку Марию, убив ее возлюбленного. В итоге красавица погибла от рук одной из его жен Заремы. «Бахчисарайский фонтан 2015» — это труд не только мэтра Лавровского, но и его ученицы Елены Лемешевской. Именно она работала с нижегородской труппой почти каждый день. В старой постановке было очень много корифейских партий, то есть было много сольных партий. Вот, например, там одна жена выходит, другая жена танцует, третья жена, какие-то еще сольные вариации, потому что нужно было всех показать, каких-то балерин, видимо, в то время, чем больше, тем лучше, все это растянуть. Вот. Сейчас все это так, все сжато, все более динамично. Время такое, сел, посмотрел, застыл, рот открыл, рот закрыл и ушел, все. Это замечательный коллектив в том отношении и профессионали, что они хотят. Это самая главная вещь, когда не надо на аркане тянуть артиста балета. Да и любого, драматического, он хочет. Потом я вас поздравляю с премьерой. Вот, молодец, Елена. Провела колоссальную работу и вообще талантливый балетмейстер. На сцене артисты двигаются грациозно, и зрителю кажется, что все эти па не стоят им никаких усилий. А вот кадры из-за кулис. Репетиторы и постановщики, балерины, никто не стоит на месте в ожидании премьеры. Мы очень много работали и над хореографическим текстом, и много было репетиций, поисков в образе, в дуэтах, чтобы все прозвучало, и были, искали много новых моментов, чтобы спектакль был самобытным, не похожим, может быть, на классический спектакль Захарова. Вхожу в образ, как бы настраиваю себя на влюбленного в юношу, именно в эту девушку, чтобы зритель увидел, что я люблю именно эту девушку. Этот балет – своеобразный синтез славянской и восточной культуры. Премьеру 8-й постановки «Бахчисарайского фонтана» можно увидеть в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина 27 и 29 марта. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, «Столица Нижней».